76,2 килограмма. Виктор Аганов против Александра Геращенко. Итак, дамы и господа, в красном углу ринга мастер спорта из России, чемпион Северо-Запада Российской Федерации по версии ПАБА WBO номер один в этом весе, 14 боев на профессиональном ринге, 14 побед нокаутом. Дамы и господа, Виктор Аганов! Ринга киевлянин на профессиональном ринге провел 8 боев, 4 победы и 4 поражения. Дамы и господа, Александр Геращенко! Геращенко! Thank you.
Знакомить вас с особенностью до веса пера 47,6 килограмма. И хочу познакомить вас с компанией Millennium Evans в Украине, менеджер спортивного клуба Елисеева, который представляет сегодня нам Александра Геращенко, заслуженный тренер Украины Владимир Шевченко. Давай!
4 раунда, независимо от предыдущих заслуг в любительском боксе. Бои за звание чемпиона будут по версиям ВВЦ, ВВА, а также интерконтинентальный чемпион. И 13 раундов по версии ИБФ. Таков состав раундов в профессиональном боксе. Yeah, that's
Хочу ознакомить вас с составом смена. Пользуется только льдом, стопроцентным раствором адреналина и вазелина. А также применяется вода и полотенце. Они не имеют права пользоваться всеми другими медицинскими препаратами. Таков профессиональный бокс. Да!